Это что такое? Это матрица для Сузи. Ну вот так сделаем, пусть будет. И поменяем ей пистолет. Включим матрицу. Как-то музыки я не слышу вообще. Что за дела? Или ее здесь нет? Нет, походу, так задумано сюжетом. Смотрим, здесь нифига нету. Ничего нет. Здесь патроны, отлично. Пока что неплохо справляемся с... Но это их мало, и я знаю, там дальше будут банши, и... Они здесь какие-то очень злые. Банши эти. С ними не так просто будет обойтись. Собираем здесь аптечки. Хотя у нас их полно. Так, тут был какой-то кипиш. У них за дверью жнецы, они тут себе расслабляются. Какого вы сюда приперлись? Как страшно смотрят. Что это у них на уме? Я командир Шепард из Альянса. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them for now. Да они все под кайфом. I see. That will be all. That will be. Hello? Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes, for the tour. Please sign in. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. He would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. Так мы его починим. Все будет нормально. And now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Bad vibe to these guys. I don't think we want to push it. Let's look around. Careful. Ну давайте осмотримся и найдем здесь, что здесь не так. Привет. It is difficult to determine why. Are you worried about the Reapers? Need to fix that elevator. Они с нами говорить не будут. Они ничего не знают и просят нас уйти. О, ладно, раз вы так... Спасибо за информацию. Теперь мы в курсе. Тесты, тесты, тесты. Ого, даже дали кредитов за это? Ничего себе. Круто. Неплохо. Так, подъемник здесь, значит, вот сюда нам нужно, чтобы починить его. Вот, это вам
мультиплеерное задание. Сопровождение дрона. Там еще будет одно. Перенос груза. Был здесь Гарно. Блин, я так голову не могу повернуть. Так прям аж так. Есть что-то. Блок данных. Еще 1250 кредитов. Тут главное смотреть периодически на вот этот вот, на вот это значение, потому что оно может резко уменьшиться. Есть там такая шуточка. После... Так, нам сюда или нам сюда? А, во. Видеоэкскурсия еще есть. Понятно. Начнем мы, пожалуй, вот отсюда. Осмотрим каждый стол. Танис. I see a trend among the miners. They appear to be doing everything but mining. This is a restricted area. Найдем сейчас. Have you seen Dr. Garneau? You shouldn't be here. Evolutionary implications of human biotics. Strange thing to be studying. Так, еще денежку получили. Отлично. Просто замечательно. Найдем этот номер сейчас, чтобы открыть ту дверь. И надо. Ага. И сюда тоже нужен пароль. В доступе отказано. Ясно. Как мило. Мы тут были. Значит, нам сюда, судя по всему, и мы после этого вернемся назад, открыть ту дверь. Опа, мы что-то... Приходится. Еще денежку дали. Вот здесь, кажется, должен быть какой-то код. Еще одна модификация. И вот блок данных. Нам сюда, но прежде мы вернемся, конечно же, назад и откроем ту дверь. Или нет, я уже боюсь пропустить что-то случайно. Я знаю. This is a restricted area. Personnel ID number is required.
Что за дела? Опять нет? А, мы отсюда двери откроем просто, и тогда пройдем, ясно. A ship dropped him off a week ago. It appears he had full access at one point before going into hiding. Unknown male was involved in an altercation in the mines. Garno was heading to the mines. Looks like he was taken to the medbay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The medbay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I have the file number. Отлично. Garno. Нам надо сюда попасть. Вот сюда. А сейчас будет доступ или нет? Это должен быть, насколько я понял. Нам надо сюда попасть, тут что-то есть. Давай. Да как нет, блин, я ж брал в прошлый раз, что за фигня? Ты что-то придумываешь? Ты что-то придумываешь, я знаю. Как же туда пройти? Я что-то упустил. А вот что? То ли здесь, то ли... Где? Нет, тут ничего нет. Мы тут уже все смотрели. Ага. То же самое все. Ясно. Чего познавательного нет? Как-то в прошлый раз я их открывал, а вот сейчас почему не могу открыть, не пойму. И из-за чего так? Или надо пройти дальше, потом вернуться? Давай, до свидания, ладно. Ничего не остается, кроме как идти дальше. И мы этим и займемся. Может быть, здесь попадется что-то, и мы вернемся назад? Ага, вот тут. Точно. Кажется, так и есть. Они все стараются. Вот, кажется, вот это оно и есть. Вернемся назад. Вот здесь уже хочется пострелять. Но мы сейчас выйдем там, и начнется пальба, я вам говорю. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Есть. Наконец-таки. Как это приятно, когда ищешь и открываешь блок данных. Бла-бла-бла. Еще одна модификация для пистолета. Отлично. Здесь ничего больше нет, к сожалению. Еще один блок данных. Андреа, я по тебе скучаю, бла-бла-бла, вот сейчас поскорее. Папа. Ясно. Ничего такого сверхпознавателя. Вот и все, пошли за Гарно.
Там мы сейчас увидим артефакт этот и все дела, и будет будущее, и все будет сейчас. Наконец-то постреляем нормально. Shepherd Commander. Ой-ой-ой. Так, аптечки. У нас есть все аптечки. Нам здесь нечего ловить. Сюда. Смотрим. Is that Garno? Не, это не Гарно, по-моему. If it is, we came a long way for nothing. Сейчас сзади Гарно будет. If you are looking for Garno, you have found him. I am Dr. Garno. I'm Commander Shepherd of the Alliance. Are you all right? Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. But what about the artifact you mentioned in your message? I did? No. Мы тебя разоблачили. You did. Тебе не уделалось. But now we've got Reaper forces attacking, so I need to break you up. We'll grab the artifact and go. Reapers. The darkness must not be breached. Спокойно. The darkness? Why do you pursue me? Doctor? Это уже не доктор. You will not take what is mine. I don't believe we are speaking to Garno. You. You killed a Reaper. I need your help. Это голосок у него. Жесть. Ну погнали за Гарно. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Ну уже. Someone has cut the power. There he goes. Leave this place. Ёлки. Wait. We need to get to that artifact before he does. Ну ладно. He said it was in the mines. We'll need to find a different route. О, мы нашли путь. Полезли. Опять лестница, ничего не видно. Вот, 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 вот. Сейчас будут жнецы. Ждем. Ну ладно. Так, это хаски пока что, но это только начало. Нам сюда, кажись. Вот, модификация на пути попалась, отлично. Мы его все равно догоним, не переживайте. Последний раз вот здесь было очень жарко. Потому что много жнецов. И тут пока всех не убьем. Да-да-да-да-да-да-да. Перезарядка.
Что-то вижу здесь. Вот. Это пусковая остановка Черная Звезда. Что-то Жнецо, по-моему. Знакомая вещь, очень классно помогает против Банши. Почти сразу выносит всех. Ну вот, попали. Ай, больно. Кстати, воспламенение работает в сингле теперь круче, чем раньше было. Насколько я знаю, насколько вижу. И это замечательно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Нет, стоп. Только не умирать. Стоять. Черт! Такое же было. Ладно. Сейчас заново. Надо сидеть просто там на точке и все, не вылезать. Вот, вот здесь. Вот тут надо сидеть. И пока не стреляемся, не вылезать никуда. Гарус там нормально вышибает. Давайте ему дадим снайперскую винтовку. Пусть развлекается. Да, немало вас тут, блин. Так это еще Банши не было. Сейчас Банши придут, будет очень весело. Туда-сюда будем метаться. У нас есть там одна пусковая, я не знаю, может две есть. Я проверю. Так, ну что, я думаю, пора уже выдвигаться дальше. Вот, подружки пришли. Идите сюда, мои родные. Я вам сейчас заряжу разочек. Главное не попасть под раздачу. Ай, блин, я не помню, как она работает. У нас. Черт, только не это. Я такого не ждал. Есть контакт, только что-то мы ничего не убили. Никого. Почти. Но это безумие. Удивляться нечему. Всякое может быть. Нам остается их добить только. Так, давайте все дружно по одной цели. Все. Замечательно. Как будто мы раньше Банши не видели. Странно. Кодекс обновили. Так, погнали дальше. Все, уже очистили путь. Осмотрим только вот здесь. Нет ли какой-то модификации. Весело. Там еще опустошитель один остался. Че, он застрял там или что? Да, походу застрял. Сняли. Так, здесь что-нибудь есть? Аптечки есть. Модификация есть. Ну все. Закончили. Пока что. Вот сейчас будет сопровождение дрона опять.
Но не все так просто. Опять жнецы, по-моему, появятся. Опять будут жнецы, по-моему. Или нет? Или да? Так неинтересно, никого не было. Нет, вот я был прав, все-таки есть жнецы. Давайте, наляжем на них. Ай, больно. Так, идем дальше, только попробуй тут пройди. Давайте сюда. Аккуратнее, друзья мои. О, куда он ушел? Дрон-то. Сюда. Так я понял, давай со мной все. Надо брать оружие ближнего боя. Ригером. Как раз... Круто здесь. Ай! Ай, 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 ай! Я на грани! Ну, ребят, давайте ближе. Черт, достало же. Вот дрянь такая. Надо поставить ловушку. А, забито у меня все умения. Ну все, мы закончили. Возвращаемся. Убейте его кто-нибудь. Сейчас будет нелепо очень умереть здесь. Черт, надо идти. Блин. Так, погнали, 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 погнали. Нет времени. Чем быстрее уйдем, тем быстрее. О, нет. Нет. Я не верю. Нет. Черт. Вы видели, да? Как внезапно все произошло. Словило нас. Так, все, мы уже только нужно дверь открыть. И уйти. Банши пока нету. Это нам еще повезло, да. Проще было умереть и загрузиться заново. Чем с ними драться. That artifact, it's like in Bryson's office. Move! I've got a shot. Сейчас будет. Ой-ой-ой. Гарно! Папа! Вообще-то вы знаете, я допустил ошибку. Надо было взять сюда Лиару и Пританина. Да. Shepard, over here. What have you got? That was not Garno. This is. It appears he's been dead for a while. А, так вот, все-таки этот Гарно. So, Leviathan can have Bryson killed, can take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else useful? Encrypted data, and a personal log with 8 missed calls from a Dr. Anne Bryson. And Bryson. Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel like... I feel...